Теперь будут созданы условия для предпринимателей двух стран об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил зав. Отдела международных таможенных и налоговых отношений Минэкономики Тынштыкбек Мукаматов. Главная задача соглашения – это защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом. Речь о недопущении уклонений от налогов. Данное соглашение позволит увеличить торговлю между странами и объем инвестиций между странами, а также позволит большому количеству венгерских компаний вести бизнес в Кыргызской республике, также наоборот большому количеству кыргызских компаний вести бизнес в Венгрии, что позволит улучшению экономических отношений. В рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков в Венгрию был подписан ряд документов, направленных на расширение взаимодействия двух стран в экономической сфере. Меморандум между Министерством экономики Кыргызстана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области цифровизации экономики уже вступил в силу. Мы надеемся, что этот меморандум даст толчок на развитие наших взаимоотношений с венгерской стороной. После подписания меморандума сейчас будет создаваться рабочая группа, которая будет реализовывать этот меморандум в полной мере. Мы надеемся, что на основе этого меморандума Министерство экономики получит хороший такой толчок в развитии цифровизации наших экспортных, импортных процессов. Не только укрепит взаимоотношения между бизнесменами, а защитит их права. Это плюсы достигнутых договоренностей, считает вице-президент торгово-промышленной палаты Римма Апасова. По ее словам, документ открывает новые возможности предпринимателям. Думаю, что вот эти советы, они накладывают также большую ответственность на предпринимателей и будут усиливать только большой интерес на развитие экономики обеих стран. Мы считаем, что данный визит был очень успешным. И будем надеяться, что в дальнейшем наше отношение будет только идти во имя развития благосостояния и упрочения экономики, развития экономики между обеими странами. Соглашение позволит большему количеству венгерских компаний вести бизнес в нашей республике, что в дальнейшем поспособствует развитию экономических отношений, росту торговли и объему инвестиций. Джибек Шамбиева, Айза Хамчибекова, Джантай Макенов, Пирамида.